Осторожно, пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстером. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте. Мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала. Всем приятного просмотра. Чеки, печеньки подготовили и погнали. Сегодня продолжаем прохождение с вами Atomic Heart у нас. И для тех, кто мало ли не знал, и я тоже не знал, но разобрался. Знаете, такая фишка есть здесь в оружиях, как кассетники. То есть можно добавить какую-то изюминку для своих, допустим, патронов, да. Показываю, как это вообще устанавливается на консолях. На Xbox это зажать кнопку X, на PlayStation это, наверное, будет квадрат. Зажимаете кнопку, то есть с выбранным активным оружием, в моем случае дробовик, и выбираете вниз, потом курок правый, и вот у вас есть кассетники. То есть в моем случае сейчас стоит лед, снял его, да. Еще раз зажимаю, выбираю сюда, еще раз. И выбираю тот, который мне нужен. Допустим, электричество. Раз. И все. Все готово у вас. Вот так вот, братва. Чтоб имели в виду. Все, полетели и прохождение продолжаем. А то я там с боссом дрался с одним. Там можно было так помягче обойтись, а я... Че, надо в воду спрыгнуть? Так, так, пока не куриваю. Так, я вижу всякие сундучки. Так, меня не пускает туда, это я точно вижу. Так, я что упустил, да, видимо? Как обычно, Серега. Инструкция не читаем. Или игра баганулась, бля, не понял уже. Угу. Давай я обойду, попробую спереди, под мосточком, мало ли там что-нибудь было. Коня этого роботизированного мы наконец-то завалили так. Сюда он выпрыгивает. А, ну все получается. Наверное, какой-то глюк. Я так думаю. Давайте лучше перезапустим игру. Так, выйти и войти. Вот. Ну, ничего страшного, базарьте. Также, друзья, попрошу вас, кому не сложно, для поддержки канала поставить лайк под видосом и написать любой комментарий любого содержания. Я буду очень рад это все прочитать и всем вам отвечу. Давайте побазарим, собственно. И проходили ли вы эту игру вообще, пишите, и как она вам. Мне лично очень нравится, и, блин, я получаю большое удовольствие от всего, в принципе, от культуры нашей и от музыки, и, в принципе, доволен уровнем данной игры. Она не является самой невероятной, крутой и графонистой, но, тем не менее, она на достойном, хорошем уровне, как по мне. То есть вообще не стыдно. Вот еще слышал, что там вышла обнова какая-то, но не знаю, буду играть в нее, не буду, это уже времени, оказывается, не так много, как хотелось бы на это, на все, тем более начал еще заниматься стримчанским, братва. Стримчанский вообще клево, с пацанами и одному как бы тоже там прохожу ретика, все это очень круто. Ну что там, загрузилось у нас? Есть. Ага. Да, я тут пока разбирался с этими кассетниками. Хоп, до свидания. Со всем этим пока разбирался, так походил везде, потусовался, короче. Проверил, как оно все работает. Так что вы теперь увидали, где я был.
Ну что? Сейчас узнаем, что это было. А ничего не произошло, все то же самое. Что-то непонятно совсем. Так, тут сундучки. Блять, вот дурак. Где было элементарно, игру перезапускает. Ну, короче, просто бывает такая штука, если вы не знаете. Quick Resume — офигительная тема вообще. Но если игруха какая-то долго висит в Quick Resume, как в моем случае, могут быть некоторые баги. То есть поэтому лучше игру периодически перезагружать. Вот я думал, что это тот случай, но нет. Послушайте, какая музыка. Ну и что, что она робот? Люди ко мне добрые не были никогда. А она добрая. Смотрит так. Чистый поток энергии в глазах. И отзывчивая. Лучше любой местной бабы. Все, решено. Завтра сделаю предложение. Василич, ты заебал! Мы работать будем или нет? Сука. Да, иду. Не слышно. Пошел, короче, чел делает предложение робокопу. Так, погнали. Открываем дверь. Лифт. 34-й это вверх или вниз? Раз. Можешь отследить местонахождение? К сожалению, нет. Петров больше не выходит в эфир. Я отслежу его при следующем сеансе связи. Понятно. Значит, следующего сеанса не будет. Подлый ублюдок забился в какой-нибудь щель поглубже и будет сидеть там, надеясь, что роботы убьют меня, пока я буду его искать. Должен предупредить, что Петров очень хорошо знает этот театр. У него имеются основания надеяться на такой исход. Надежда умирает последней. Но на этот раз она умрет раньше Петрова. Неплохо. Да. Дай короткую справку о театре. Театр имени Майи Плисецкой основан на территории предприятия в 1948 году. Первым в мире начал использовать роботов в качестве актеров. Самый известный театр Советского Союза. Правда, попасть сюда удается далеко не каждому. Нормально. Ладно, хрен бы с театром. Откуда Петров так хорошо знает этот театр? Театр являлся одним из основных мест работы Виктора Петрова, пока он не был объявлен преступником. Нормально. Так. Ностальгирующий кукловод, значит? Он настраивал и проверял театральных роботов, а также программировал и изучал взаимодействие изделий. В каком-то смысле нейросеть-коллектив зарождалась на сцене этого театра. Как этот ублюдок начал тут работать? Его порекомендовал товарищ Штокхаузен. Даже так? Теперь понятно, почему они оба... Товарищ майор, прошу на сцену. Пришел добить меня, пес. Иди, иди, я весь твой. Так разговор с алкашом просто. Пришел добить меня. Я буду биться с тобой до крови, твою мать. Ты для доступна. Интересно. Подходите ближе, поговорим. Ага. Для разговора со мной. Нажмите кнопку для разговора со мной. Бля, у меня ощущение, что если я нажму ту кнопку, бля, будет ситуация завернется. Тех, кого приказали. Только сделай одолжение. Грызи меня без удовольствия. Что это? Бомба под напряжением? Это ловушка. Сволочь! Я все равно до тебя доберусь. Держитесь, товарищ майор. Пытаюсь подавить разряд. Тварь! Ползти буду, но достану гада. Разряд подавлен. Как вы себя чувствуете, товарищ майор?
Бывал и хуже. И гораз. Не уйдет, мразь. Бля, какая дичь. Что-то новенькое, бля. Листочки полетели в меня. Атака листьями. Так, я понял. Ну, специально ледяная кассета для нам дана сейчас. Чтобы что? Правильно. Чтобы мы взяли... А, нет. Хотя какое? У нас же есть с вами... Это не поможет, да? Я думал, поможет. А, назад вернуться. Ну, давай. А, дверь открылась. Ну давай, мать. Я даже всех копил. Сохранись, давай. Сохранение данных. А то есть ощущение, что разговор может закончиться плохо. Да, скучно. Давай. Что пацаны пришли смотреть и дамы видео мое, так что не хотят скучать. Ну, здрасте. Заранее приобретайте билеты на наше изумительное представление «Мирный атом. Сердце робота». Да не очень-то и мирный, по моим наблюдениям. Вы не останетесь без эмоций. В программе тонкий юмор, тонкий помол для человеков, фантастические спецэффекты и немного трогательной драмы. Угу. Да мне этого и в жизни хватает. Обратитесь в кассы и не пропустите лучшее представление 55-го года. Очень интересно, но нихуя не есть. Знаешь, потом. Я очень-очень зол на тебя. Пусть боль кричит от шепота тоски. Больное сердце рвется на куски. Ух ты. Уберите, пацаны, бля. Охереть. Шо, бля, Нео, шо ли, из Матрицы? Блядь, сам себя взорвал. Быстрее получается, да? Так, нейтрал, сохранялочку, организуй. Все нормально. Пацаны, блин, здорово. Я промазал раз. Блин, наступил нож. Что, мне кажется, что этот парень? Ух ты. Я думаю, что он будет бояться. Тихо, 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 тихо. Будет бояться огня. Давайте попробуем. Есть такое ощущение просто. Огненный подстрел ему опасен. Тихо, тихо. А что ты там? А что? Не, вряд ли огненный подстрел опасен. У него, видишь, огненный цветок. Так. Тогда давайте, блядь, шоковую терапию устроить.
Короче, я придумал, это есть для любителей металла. О, все, смотри, как быстренько. Раз и готов. Ой-ой, брат, подожди, что-то я немножко перепутал. Вот так вот нормально заходим. А что происходит? Что, кусок мяса напал на меня какой или что? Понял. Тихо, блядь, дайте выйти отсюда. Кишечное отравление получил только. О! Все, все успокоились. Что-то забрал. Ну, судя по всему, можно было так уже сильно не убиваться тут, да? А, ну сгущеночка есть. Кстати, да, что касается сгущеночки, давайте ее с вами лупанем. Опа. Рогачевская. Алло. Лицо цивник. Бля, сгущенка нормально зашла, кстати, реально. Так, где? Давно не было женщины? Ай-яй-яй, а, понял. Так, не дотягиваюсь. Не будьте столь холодны ко мне. Эх, обидненько. Умру, да не сегодня, Клод. Так что сегодня ты умрешь, майор! Так, ну судя по всему, сейчас внизок мы идем. Что не открывается последнее? Что не нравится? Не, вряд ли мне туда. Так, я уже забыл как. Так, ну, нашел методом тыка. Способ подняться на третий этаж нам нужен, да? Хорошо.
А здесь что? А, точно, припоминаю, так я уже забыл, как оно работает. Так, у нас надо... Опять нас следили, все уходят, уходят. Так, хорошо. А, не, не так. Тоже не. Что-то я туплю вообще. Сейчас давай глянем, тут стоп. Опа! Здоров! Тихо, тихо, тихо. Всего твоего другана выключил уже. Не балуйся. Понял. Сразу мог быть нормально, а лечь и все. Лучше не выходить вообще. Опа. Мы рады приветствовать вас в нашем роботизированном театре. Первый в мире. И все по вашему проекту. Ну, с небольшими моими личными изменениями. Товарищ Сеченов, товарищ Захаров, прошу, прошу за мной. Дима, какой прекрасный вечер. Какое представление, да. Выпьем же за восход. Наука еще никогда не была... Процветающее ведь общество. Откуда только берутся такие Петров? Так близка к триумфу. Ага. Нам не туда, понятно. Добро пожаловать на умопомрачительное представление. Массовка приветствует героя на сцене. А, это мини-босс, я понял. Много мелюзги. Много мелюзги, блядь. Откуда они? Бля. Слишком их много, слишком много, слишком... Двигайся, твою мать! Я еще одну. Алло, блядь, конь! Кыш, твою мать, я занят. Блядь, куда? Вон они. Майор,
Бля, я не понимаю, откуда они еще вылетают. А, бля, вон они. Да кыш нахер. Все. Свали нахер. Бейся, пёс! Ты же здесь заметь! Заколебал меня этот пёс нахер. Кстати, урон очень плохо проходит по мне сейчас. Блять, слушай, заколебал он меня. Еле успел. Блять, он такой быстрый, охереть просто. Так. Сражайся! Я не понял, а где мой лед делся? Заколебал ты, молчи уже. Так. Не, монстрилы реально жирные. Вот этот падла вообще быстрый. Бейся, пёс! Ты же здесь заметил! Блять, очень быстро, очень быстро. Надо топор убрать. Умри, майор, умри. Бля, я вроде за спину зашел. Сюда подняться не может. А нет, может. Все закончится здесь. Бля, я помню этого. У меня куда-то пропал мой лед какого-то хера.
Ну, типа, я не... Блин, не могу еще играть нормально. Что за хрень? Эй! Так, карта лор. Что за херня? А куда делся? Так, восполняй здоровье. Давай воспользуемся, наверное, им сейчас. Как? Блядь. Давай быстренько. Там я хотел воспользоваться вот этим. Давай, блядь, дурак. Мало времени. Кыш, блядь. Блядь, он такой быстрый, охереть. В смысле? А что было? Бля, я упустил, наверное. Ну что, записываю, не могу кричать, да? Но меня это взбесило. Какого хера, блядь? Я только начал ему давать по трусам, блядь, топором. Съел эту пилюлю горячую. А, ну вот, мы сейчас здесь. Так, в первую очередь мне надо, блядь, отшмалять все там. Угу. Есть, есть, есть. Хорошо. Процветающее ведь общество. Откуда только берутся? Добро пожаловать на умопомрачительное представление. Массовка приветствует героя на сцене. Тишь нахер. Тишь, блядь, отстали все. А, вот я, наверное, в этот не нажал тогда. Бейся, пёс! Ты же здесь за этим! Добрый, майор! Так, ну вроде все. Ух, нихера себе. Понял. Так, вроде закончились, блядь, эти летающие. Да, блядь, встань.
Не, надо пить пилюлю. Быстро! Где это парень? Блядь, в сторону. Сражайся! Так, двигаться, все время двигаться, блядь. Как ты, блядь, не знаешь? Ты не жилец. Так, половина. Где он? Бля, там в этом танце кружимся, бля, мы сегодня, наверное, мы с тобой подружимся. Где он? Все закончилось, бля, у него здесь. Никак ты, блядь, не сдашься. Где он? Давай. Я бьюсь, бля, я нарубаю его как следует, бля, вообще. Раз он, бля, такой быстрый, будем танцевать с ним, бля. А, ну все, станцевали, собственно. О, бля. Ну, второй раз я был готов уже, я уже знал, кого надо убивать, как убивать и все. Тоже, бля, меня хер остановишь. Ну-ка, если его пострелять, ничего не выходит оттуда, ну-ка. Не, просто было интересно. Ох. Не, ну он шустрый, блядь, охереть просто. С ним надо было вот именно танцевать, бля. Как Секиро, кто играл, кто знает. Нам, блядь, надо все время тоже танцевать, блядь, эти бои рубиться. Чтоб искры летели. Добро пожаловать в театр имени Мари. Чтоб не скучно было. Ходить. Ага, потом. А, не, он нельзя одновременно все. Биоматериала взял. А, давайте-ка сходим. Какого хрена у меня пропала заморозка? Я не понял. Может, я что-то случайно нажал не то? Сохранение данных. Выберите желаемое действие. Давай, мне пофигу, полимеры влить, сразу перейдем туда. Так, какого черта стужи моей не стоит у меня установить в правый? Ага.
А, бля, она была тут все это время. Что-то как-то раньше по-другому немного выглядело. Может, игра обновилась, может, я что-то не так понял. Я, кстати, вот броней, бля, никогда не пользуюсь вообще. Мне вообще не втыкает, если честно. Это какая-то хрень. Получается, у нас есть стужа, массовый телекинез. Это интересно. Полимерный бросок. Вот тоже интересно, да? Что это такое вообще? Нейроперчатка генерирует боевой полимерный состав, подающийся в виде струи на противника, либо на любую поверхность, нанесенный на цель полимерный состав может быть подожжен, электризован или заморожен. Интересно тоже штука, знаете ли. Это что? Угу. Полимерный щит, неинтересно. Энергия персонажа. Емкости. Удельная энергоемкость и реакция... Дополнить энергию ячейку. Давайте. Вот это хорошо. Лишним тоже не будет. А это что такое? Что тут будет? Ваши атаки дальнего боя тратят энергоресурс рециркулярного магазина значительно медленнее. 108. Ох, херить, дорого. А стужа. Что по стуже там вообще? Стужа вкачана немного. Да, вот, я вкачал как следует. Давайте стужу прокачаем хорошенько. В первую очередь. 70. Массовый телекинез. Вот это тоже неплохо. Что-то, что она дает вообще? Телекинический блок нейроперчатки получает модернизацию, позволяющую брать в телекинез захват всех противников в определенном радиусе перед собой. Захваченные противники что делают? Противники поднимаются в воздух и удерживаются там в течение определенного времени. Отмена или окончание воздействия приводит к падению цели. Интересно. Блянь, мало. Слушай, ну вот это вкачаю в следующий раз. А сейчас пока я поменяю свою защитку на что-нибудь другое. Конкретно, например, на полимерный бросок. Полимерный бросок, полимерный щит, энергия персонажа. Этого нет. Так, полимерный бросок. А у меня такой значок и стоит, по-моему. Установить. Это, наверное, он и был. Доступ а какой разрешен. Еще? А стужа. Это есть. Вот этого нету. О. Полимер старая, для усиления эффектов, короче, заморозки и все такого. Ну, в купе, по идее, даже лучше будет работать. Сохранение. Угу. Так, и загадочку, да, разгадать? Должна быть по центру синяя, справа желтая. Ага. Нет, так не получится. Ах, так не работает. А, я в принципе неудачно сделал, получается. Ага. Вот так вот. А, перепутал местами. Так.
По центру синяя. Справа желтая. Что-то я напутал, короче. Справа желтая получается. Вот так вот. Вот так вот. Да, что-то, короче, дубу дал. Я сначала собрал наоборот. У меня дополнительная ячейка появилась для этих, для электро моих выстрелов, приборов, все такое. Так. Вы напали на след Петрова, товарищ майор? Я загнал его в ловушку. Отсюда ему бежать некуда. Доктор Филатова находится вместе с ним? Нет, Петров один. Не слишком ли ты часто интересуешься ее судьбой, Шток? Уж не из-за нее ли ты предал своего дружка? Вы переходите всякие границы, майор Петри. Это возмутительно. Я требую прекратить оскорбление. А я требую, чтобы ты заткнулся и больше не раздражал меня своим существованием. Хе-хе. Я выполняю приказ академика Сеченова. Дмитрий Сергеевич интересуется, когда вы доставите к нему Петрова. Твоему протеже бежать некуда. У него сорвало крышу, он следит за мной через камеры, стихи читает и психует через громкоговоритель. Я возьму его живым через час. Ага. Так себе, если честно. Не подвести Дмитрия Сергеевича хотя бы сейчас. Пошел. Зря вы так. Товарищ Штокхаузен ни в чем не виноват. Он искренне старается вам помочь. Угу. Бабу у Петрова он старается увести. Искренне. О, еще одна. Очень хорошая штука вообще. Это Штокхаузен. Виктор признался в злоумышленной клевете на товарища Сеченова. Он уже поднимает массы последователей, чтобы сломить веру советского общества в лучшее будущее и коллектив. Да. Запись у меня. Завтра в ботаническом саду. Высылайте отдел корректировки. Я возьму деньгами. 30. Как и договаривались. А. Не до конца понял, почему так. Странно. Так, это пойдет вверх и вниз. Вверх и вверх. Странно, я что-то не вкуриваю. Бля, я ж ничего не сделал. Просто два раза одно и то же. Чё пришел? По голове давно не получал, блин. У него желание, блядь, получить это по трусам. Критическое желание. Так. Угу. Подфризивает немного, ого. Почему-то.
Ну шо там? Хопа. А я поднялся туда, где расстреливал еще. Да, да, да. Так, найдите способ подняться на третий этаж. Ну, я сейчас на втором. Как понять, какой из них третий? А, это первый. А, то есть у меня работает лифт сейчас. А, ну хорошо, ну значит потом в следующей серии с вами будем разбираться дальше. А на этом мы закончим. Все, ребята, девочки, всех целую, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Счастья, радости, желаю, чтобы жили вы без бед много-много-много лет. Всем всего хорошего, доброго, чистого, нежного. Всем пока-пока и хорошего лета. И вне зависимости от того, когда вы это смотрите. Целую, всех обнимаю, пока.